Всем привет, друзья, с вами Алриэль, и мы продолжаем наше приключение в World of Warcraft за нашего паладиныча. Итак, прибыли мы с вами в прошлой серии в лагерь Рексара, одного из героев Орды, не побоюсь этого звания, да? Так, у нас тут есть какие-то квесты на сегодня, поэтому понеслась. Что-то меня тут пытаются пробить. Сейчас мы молот поставим. Пусть попробуют с молотом что-нибудь сделать. Так. Пошел отхил. Замечательно. Минус один есть. Что у нас здесь? Тут очки что-то интересное. Ой-ой-ой, опять я могу так перестараться. Щиток пошел, вэшка. Замечательно. А, мне их просто надо косить. Я думал, быть может, еще что-то с ними делать. Иди сюда. О, слушайте, это какой-то квестовый чувак. Чё-то стрёмно мне. Он может еще оказаться мощной. Давайте молот. Молот решает все вопросы. Да, малыши, он все попадали, а этот до сих пор живой. У него там почти 100 косарей было. Лови. Так, еще одного, да? А вот, собственно. Готов. Что еще там у меня интересное есть? Какой-то элитный ЦК-ястреб. Кристаллы, да? А, мне и панцири, и кристаллы, короче, валом всего надо собрать. Вы еще не даете собирать. Ух, какие, а? Это такой босс какой-то среди них. Достаточно плотный. Кристаллы есть, власти. Щиточек, хлоп. Еще один. Блин, а, сагрил. Молот пошел. Хорош. Так, что может быть? О, смотрите, надо же, меня пускает. Вы встали в случайку. Класс. Случайка — это круто. Дополнительный экспириенс. Это очень хорошо. Я танком, да, рехнулся? Да. Все верно. Блин, ничего нет. Жаль. Походу, я нормально так стал в данж, потому что чё-то, блин, меня не зовут так быстро уже. Где-то теряются хилы. Так, где мне можно? О.
Тройка. Ешечка. Молот в башню. Так. Ну и последний. Из магикан. А вот и данжик. Это хорошо. Интересно, куда? Это интересный вопрос. Поехали. О, мое почтение, железные доки. Здесь, ну, сюда мы еще не бывали, да? Да, не бывали. Это круто. Кто у нас тут? Орк-воин. Эльф-крови-жрец. Еще один воин. И чернокнижник. Понятно. Рыбав. Понеслась. О, на меня даже наложили кирпич. Воу-воу-воу. Какого черта? Такую я тему не люблю, когда они... Выстрел, труп. Это босс? Не, не похож, иди сюда. Вперед. Так, надо писать. Ну, черканул, чтоб выключил, ну посмотрим. Готовьте боевые машины к осаде. Отжарить их, а он вызвал этого мелкого. Так, ясно. Чё ж тут не ясного-то? Юзаю. Так, мобы там падают, да, потихоньку падают. Можно было бы и побыстрее как-то, чтобы они падали. А это босс? Да, по всей видимости, босс, поэтому будем аккуратненько. Давай, давай, и молот хлоп, пошла жара. Вызываю помощничка. Пусть дефит. Щит в баню. О, там. Оперативно. С ним разобрались. Наши стрелы будут петь в небе. Ну, это да, последнее, да, что вы услышите перед смертью. Это да. Это сильно. Смерть достойная воина. Бей меня, Скотт. Погребальный костер. Ой-ой-ой. Пусть получит свое. Минус один. Вместе. Сэр, они нифига себе. Почему не мне? Мертв.
Надо сниматься с якоря и немедленно плыть в Таладор. Уймись, Сагош! Так, а у нас кто это отпал? А, отпал ДДшник один. Если эти слабаки хотят умереть, Таурен Друля. Мы покажем ему слугу. Но это наш последний дрон. Чернорус нас шкуру стерет, если мы останемся с пустыми руками. Сагош, не спорь. Это тебе не простой грон. А Черепон, сын Грула, в его жилах течет кровь великого воина. Эти жалкие щенки обречены. Да, сэр. Как они Грула-то любят, а? Прям Грул для них настоящий герой. Нам всех покосил. Давайте там оперативно, что ж так медленно. Друля в коте. Конечно, воин только подбежал где-то. Не терялся, а запускал эти шары. Хорош. Прыгаем на маунта. Побегли. Так, главное никого не задеть. Ты только посмотри, кажется, я их недооценил. Загош, готовь Черепона, пусть они узнают, на что он способен. Забалы завершены, сэр. Хоба. Все, все здесь, приз здесь, да. Замечательно, можно, можно лупить всех и вся. Кстати, а что у меня по хпшке? 99. Маловато. Надо разжраться. Молот пошел. Что-то когда этот молот... Ох ты, блин. Что там с отхилом-то, а? Японский бог. Так и умереть можно. Вы что там удумали? Там прист хулиганил. Ага, ясно. Огонь! Огонь! Их целься сначала! Так, все на меня. Бьем меня, не отходим. Однако... Ох, там прист выхватил пару плюшек. Сюда заныкаемся. Не понимаю, зачем прист выходит под удар. То ли он тут впервые, то ли просто что-то Децл тупит. Хорошо. Молот пошел. Не, ну он определенно что-то гонит. Ой-ой-ой. Чуть не помер, а? Была близко. Кто с тобой? Стреляй дальше, идиот! Наряды кончились, сэр! Я уже перезаряжаю! С
Забудь про замечательно. Пути они не пройдут. Макок, Охрёк, вперёд на центр. Сделайте из них отбивную. Есть, капитан. С удовольствием. Разрушение. Что? Надо кого-то убить? Я хочу я. Кого не бьют? Лучше отступи. Я вызываю бомбителя. Бомбитель — это сильно. Никому не получить мою силу. Так. Непонятно, по кому там идет дамаг. Ну, идет, и это хорошо, как бы. 4, 3, 2. О, у меня ХП стало там 111 косарей. То ли бафнул кто. Лучше отступи. Я вызываю бомбителя. Уже добить. Добить уже этого паренька, да и забить это на него. Еще не конец. А уже конец, куда? Ну? Сэр, половина нашей армии разгромлена. Лат и балбеска. Неожиданно. 150-е. Ха. Беру. Недостойными служить в армии Чернорука. Кровь и честь за Гош. Это то, что понимает каждый орк. А, вы так мудры, сэр. Вот и куда он собрался? Иди сюда. Соображаю. Давай, получи. Минус. Прыгнули на маунта. Кидаю молот, кидаю лужу. Пошла жара. Замечательно. Идем дальше. Щиток раз. Один молот, второй молот. Нехорошо. Там приста по мане норм, норм. Иди сюда. Так, тут целый отряд животных. Капитан, они уже близко. Что нам делать? Довольно с меня этих игр. Выпускай саблероны и покончим с этим. Сэр. Вы точно хотите выпустить эту тварь из клетки? Кажется, его давно не кормили. Так надень намордник. Ой-ой-ой. Идея, сэр. Что-то мне. На кота. Было стрёмно. Так, все там мне хоть помогают. Блин, ну в некоторые моменты, конечно, так опускает по ХП меня приз, аж жесть как стрёмно становится. Фух. Так, ну а вот, собственно, и Ошир. Иди-ка сюда. Разрушение. Нехило он пошел так. Ха.
койотов своих выпустил. Эх, блин, молот пропал. Жаль. Оу. Сейчас и я так пропасть могу. Что-то прям вообще стрёмно. Разрушение. Да что ж ты будешь делать? Опять без лута. Хотя очень неплохой пояс, да, дропнулся. Мне бы... Ну, я бы не отказался от него. Может быть, он мне не совсем подошел, но я бы не отказался. Мои доки и расхаживать по моему кораблю. Никто не остановит железную орду. Все, поехали. И уж точно не вы. Сагош, заряжай пушку. Есть, сэр. Так, давайте в череп. Воу. Что там мне вообще плохо становится. Черепуху все сливаем. Берегитесь. Разрушение. Сюда, 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 сюда. Походу минус друид. А, не. Разрушение. Друля вышел. Разрушение. Да убивайте его нахрен уже. Отомщу за вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Там и бабл все подряд, короче, пошло. Все, что было, все заюзал. Фух, 550-е перчи, а у меня 523-е. Добротно. Фух, так, ну что ж. Спасибо товарищам за патьку. Мы с вами сваливаем. Так, мы с вами сваливаем. И что нам там еще надо? Панцирь. Панцирь этих гаренов гребаных. Мимо. Давайте молоток поставлю. Пусть нокаутирует. Хорошо. Так, сдаем квесты. Браток. О, что у нас здесь? Конечно же, бонус брони. 534-й нек. Вообще обалдеть. Беру сейв. Чего тебе? Так, панцирь сдать. Зак-зак. 531-е боты. Блин, но мои получше. Главная сила. Зарду. Октар. Вроде бы. Главная сила. Говори. Так, друзья мои, ну что ж, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Подписывайтесь на канал, если попали сюда впервые случайно. И увидимся мы с вами совсем скоро в следующих сериях. Всем пока, друзья мои.